На улице Суворова в районе остановки ТЭЦ-2 ездить предстоит медленнее и внимательнее. Дело в этом пешеходном переходе. Данный участок дороги сотрудники госавтоинспекции называют очагом аварийности. Очаг аварийности – это участок дороги расстоянием 300 метров, на котором в течение года произошли 3 и более ДТП, неважно каких, с материальным ущербом или с пострадавшими. На данном пешеходном переходе произошло 4 наезда на пешеходов. В прошлом году в результате одного из этих наездов погибла молодая девушка. А в этом году утром 14 января здесь была сбита женщина 68-го года рождения. Груженная фура МАН, двигаясь в среднем ряду, не притормозила перед пешеходным переходом. Пострадавшая была госпитализирована. У нее перелом основания черепа. Теперь на этом участке улицы установлен знак, ограничивающий скорость до 40 км в час. И теперь на данном участке дороги также будут выставляться посты, передвижные посты видеофиксации, связанных с выявлением нарушений скоростного режима. Утром в среду всего за 2 часа работы видеофиксаторы отметили превышение допустимого скоростного режима более чем у 100 автомобилей. Водители еще не привыкли к новшествам на данном участке, а потому и штраф для большинства станет неприятным сюрпризом. Любовь Почерникова, Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.